Российский президент предостерег Финляндию от вступления в НАТО. Владимир Путин и Саули Ниинисте встретились в летней резиденции финского лидера. Ранее Финляндия заявила о намерении подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, объясняя это меняющейся ситуацией с безопасностью на континенте. Как вы думаете, мы так и будем дальше действовать? На 1500 отвели войска наши, так они там останутся, что ли? Как? Путин также подчеркнул, что Москва будет реагировать на размещение ПРО-НАТО в Польше и увеличение контингента альянса, поскольку это создает очевидную угрозу для России. В свою очередь, Финляндия и Швеция заявили, что хотят расширить сотрудничество с НАТО в свете аннексии России украинского Крыма и поддержкой Москвы пророссийских сепаратистов на Донбассе.